Одна из участковых счетных комиссий расположилась в школе номер 19 в поселке Томилино. Сюда с самого утра жители пришли отдать свой голос. Участок посетила одна из кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Московскую областную думу Елена Верховых. Партия «Единая Россия» дает такую возможность, то есть принять участие всем и членам партии, и беспартийным, и сторонникам. И то есть от активности жителей, да, кому они отдадут свой голос, будет выявлен по большому проценту кандидат, который заявит свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в сентябре.